От первого лица приветствую вас. В этой программе лица официальные и неофициальные, известные и неизвестные. Мы пообщаемся, и вы о них узнаете. Татьяна Маяковская на волне, на радиоволне. За нее говорит ее голос. Олег Ходьков покажет результат. За него говорят его достижения. Татьяна Маяковская – голос нашего радио в Краснодаре. Вы могли ее слышать в новостях и рекламе на радио, в передачах «Заказник» и «Звезды говорят». Она плывет по волнам поперек. Она родилась в Краснодаре, закончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств, факультет театральной режиссуры. Около полугода делала программу «Хорошо» с Татьяной Маяковской и вела новости на радио «Маяк». На новом ракурсе 3,5 года. Голос и редактор радиоотдела нашего радио в Краснодаре. От первого лица приветствую вас. В этой программе лица официальные и неофициальные, известные и неизвестные. Мы пообщаемся, и вы о них узнаете. У него искусство на уровне ощущений, у них на уровне понимания. Весной выйдет сборник стихов Валерия Козерова «Записки веселого пессимиста». Иллюстрации к некоторым его стихам создал наш герой Владислав Викторов. Он рисует своей особой техникой и сочиняет свою музыку. Он родился в Краснодаре. 2,5 года осваивал игру на гитаре. Специального художественного образования нет. В свои 17 играет в группе «Пассаж», собирается учиться ювелирному делу.